Прикоснуться кончиками пальцев к реалиям окружающего мира. В Республиканской библиотеке для слепых прошла необычная интерактивная выставка. Возможность прикоснуться своими руками к экспонатам музеев представила выставка «Мир кончиками пальцев». Мероприятие прошло в специальной Республиканской библиотеке для слепых. Оно организовано в рамках проекта «Трогательный музей». Мы занимаемся в Южном федеральном университете уже долго такими технологиями. И в один прекрасный момент решили, что это прекрасная возможность для создания уникальных тактильных экспонатов, которые можно было потрогать. Это и предметы архитектуры, и памятники, и бюсты, которые мы, люди, можем увидеть на улицах, но они недоступны из-за своих размеров незрячим. Ну и, соответственно, мы делаем уменьшенные копии. Организаторы выставки, молодые ученые и студенты, провели мастер-класс по созданию трогательных экспонатов. Руководитель проекта показал, как сканируется объект, а затем выводится на 3D-печать. Бюстик вот такой Антона Павловича Чехова часов 6-7 печатается. Небольшой. Если большой, больше, как у нас вот сейчас представлено, то часов 12. Посетители выставки получили возможность потрогать предметы архитектуры и бюсты знаменитых людей. По словам организаторов, целью проекта «Трогательный музей» является взаимодействие с библиотеками по всей России. Такое сотрудничество позволит расширить границы знания незрячих людей об окружающем мире. Мы планируем расширять наш трогательный музей. И сейчас мы ищем людей, у которых тоже есть 3D-принтеры, для того, чтобы объединять в команду и заниматься 3D-печатью таких тактильных экспонатов. Выставка «Мир кончиками пальцев» продолжит свой тур уже в других городах юга России.